А У когда меня уже обнова не по передний вчера, T4 в я четверг? кофе взял. Там уже обновили что-то. Изменили что-то. ШП что-то изменили. Воинам. Буран пишет, я через полчаса ухожу. Ну, придется тебе замену искать, что поделать. А Буран это кто? Я могу сейчас сливнуть, или могу с вами этого босса убить? Как, смотри, как ну, тебя... смотри, если мы этого босса убьем, то у тебя будет шанс паролить печеньку. И если ты ливнешь до этого, то одна будет уже в анроле. Ну, полчасика у меня есть, я типа, посижу, у меня... Ты что, одного, двоих давайте быстренько, полчаса на двоих. Да, было бы неплохо, конечно, двоих успеть с первого трая. Сейчас я быстренько как всех задиспейлю, блядь. Давайте. А кто отходил, кто говорил, что это идет 5 минут, что-то не помню. Я кофе просил. Да не, не сделать. Ты, кто-то говорил 5 минут. Шпок, Рарник. Лазевод, Хант и Шпок. И Инсика, и Амрита. Тут, наверное, Изи. Блядь. Инсика тут. Фу. Жизнь заиграла новыми красками, ребятки. Ой, ты дохуя ж ходил в ссылку 25. Ключ часто падает? Ой, ключ, блядь, клык. Клык, да, о, блядь, дохуя падает. Когда я не на танке, нахуй. Ну, я на два танка уже полутал. Не напало, только остался клык. На мишку на АДК полутал. Рейл, скажи, пожалуйста, а ты вот Вечный Холод линковал чат? Uh-huh. Это что, у кого-то или ты просто откуда-то линканул? Это с Атлас-Лута. С аддона Атлас-Лут. Там написано, это легендарный предмет, я там посмотрел. Я просто, блядь, почитал за него. Там получается, что надо леди ёбнуть, там с нее падает какая-то херня в хэме, блядь. И только там потом ты делаешь там квесты, блядь. Ну, короче, как скорб. Да, пиздец. Ну, Шпока ну, только блядь. Нету, все остальные тут. Есть рыбу пока. Да, рыбка. Я тут. Шпок, ты? Это ты? Да-да-да-да. Ага. Короче, ДКшник, который там с ноутбуком хуёво неудобно играть, и ты танчишь Олма, знаешь, да, просто нажимаешь зеленку, и у тебя эта хуйня спадает, и чилишь, стоишь, просто, ну, в небо смотришь. Я держу, короче, крест, нет, не крест, Рарник, ты крест, а я луну, чтобы я ему каст мог сбивать молитвы исцеления. Ну и этот очковый забирает короля и кеглера. И все. С пула никто не бьет. На пул только тогда, когда откроется. Уже мог. Ну если милику можно бить, конечно. Так, вопросик, подожди секунду. С дебафом куда? К выходу сюда, да? С каким дебафом? С огненным, который взрывается. Ну, живая бомба от кроша, что ли? Да-да-да. Просто раньше набираете и все. Ну рейд примерно вот тут стоит. Вот рейд примерно вот так вот стоит. Ну чуть дальше, если будет откидывать, дальше станете. Этот ДК готов. Все, подходим танки. Выбираем своих мобов. На счет 3 побежим пулять. Раз, два, три. Побежали. Сейчас посмотрим, да, блядь, кто откроется. Не бейте, кто там бьет? Открылся слепоглаз. Все, луну бейте, РДД. Там агро есть, нормально. Вы не того босса бьете, подсказываю. Слепоглаз, луна. Надо бить. Кто-то что. Череп хуярит. Да там... Они еще, блядь, с пула начали там бить в череп, ебанули. Да все, тихо, это самое. Не флудите. Собак забирай, что они или забанено? Забанено. Собак просто этот, захуяривать и милики вам делать нехуй. И собак забирай, ДКшник. Не чиль, не стой там. Топ ДПС. Так, открылся кеглер, треугольник бейте. РДД.
хилы там, палы почаще прожимайте эту хуйню, как называется. Святую клятву. Резайте ману все хорошенько. Вадикон, короче, уже слей иннер по... Давай по вупсиню слей. Уже не хили ничего. Ну, побольше маны будет. Нормально. Я бы не отказался. Все, вот мне это... на цели будет. Это хуйня. Сейф, сейф, дайте сейф, сейф. Не, не надо, это просто захиливайте. У шамана слабенькая вы. Опять Кеглер, его же бейте. Вы там копите собак или что? Вон, милики, убейте. Самый сильный это у огня, у кроши. Там если Святос, если хочешь... Вы что, просто АФК стоите? Я чуть не могу вкурить. Можете идти... А, ну ладно, там Кеглера вешать. Ну так тут собак... Милики, да, всегда так стоит. Бейте собак, хули вы стоите. Ну, вот эту... Сейчас там убьете и... Че вы их копите, блядь? Убейте собак. Нахуя они вам нужны? Они же пропадут потом. А, он когда активируется, эти пропадают, старые? Или нет? В какой-то момент. По идее, да. Сейчас посмотрим. Или выходит потом. Сколько там, блядь, для активации уже, сука? 9 секунд. Захиливать надо, сейчас захилу, захил. Да, хилы сейчас захилите хорошенько. Крош. Крестик бьем. Дистанцию, дистанцию, дистанцию. Кеглера-то забери. Блять, ну чё за хуйня, он сейчас шот не треет. Смотри на босса, которого бьют. Когда закрывается, он там может сорваться на кого-то. Баг какой-то ебаный. Рарника хильте. Значит, я дам незыбку на каст. Дайте иннер по Амрита. Там кроме Вадикона некому давать, у него КД. У Бурана тоже. Давай, ставь шаман тотем. И читай лазевод на ману. Дал незыбку, захилю. Я дал незыбку. Захилю. На пула больше дайте, пожалуйста, блядь. Все, луну, луну бейте, луну бейте. Молодец, не бей, крош. Я бью луну. Мне на цели 5 секунд. Дальше его же. А его же добиваем, нормально. Может короля пойти забрать? Да. Так, я у тебя короля забираю. Пустите эту собаку, давайте собаку добьем быстренько. Мы кого-то добьем. Ой, ты можешь поставить короля так, чтобы я его могла бить? Так, а куда тебе ближе, к рейду поставить ближе или куда? Да-да-да, чтобы ему нарезал. Просто там он по рейду будет с кипящей кровью его вешать. Так пойдет? Крош, крош. Крестик, да, крош. Крестик бейте. Дистанция. Рарник, рарник. А это Амрита говорит? Да. Кто был дол? Норд Мифологи. Норд Мифологи, я там был.
Надо должен. А, я тебе стрелу. Чё, зачем? Кто там чё? Рейндж, словите. Рейндж, словите немножко. Белл, не знаю, ну бейте, чё. Похуй. Киньте агро, аудиту, кто может. Сейчас. Да забей на агро, там всё нормально с танками. Это. Я сейчас незыбку буду давать, готовимся захиливать. Даю незыбку. Захиливаем рейд. Мастераур на огонь можно. Олм. Маги диспелит. Давайте чернокнижник объем. Начинайте диспелить. Со свято со собак забери кто-то. Блять, рарник, потаунти себе собак. Чтоб там миликов не убило. Так, и проклятие вы на него кинули, да, я так понимаю, косноязычие? Да-да-да-да, все есть. Mm-hmm. Я продлеваю пока, да. Короче, я не знаю, нахуй. Ну, если я увижу вайп, я хуй знает, будете собак бить. Не бейте, бейте, отойдите, отойдите, отойдите от босса, милики. Ну, нормально, исчезни. Так, крош. Крестик добивайте. Надеюсь, добьете РДД. Тут кайфово за РДДшника скалируется так от вот этого модификатора, от бафа. Хорошо прям. Приятно. Как раз экзекутка. Чё там, кстати, с локами поменяли? Еще не обкатал никто? Там вроде... Ну завтра обновление вступит в силу. А, вроде точно. Мне ШП интересно, мне ШПшник. Нахуй пауз забудь. У вас лазевод топовые совы сколько дают? Сейф, 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 сейф. Сейф? А, уже, уже похуй. Я хуй забил. Сколько топовые совы дают у вас? Нисколько. О, заряжаем. Нету сов, что ли? Кеглер, бейте треугольник. У нас Эльдро ушел. Он в чате написал. Я понял, хорошо. 4 хила осталось. Пофиг, я тут соло хил. Чё, дать вам сейв? Давай, даю сейв. Олм, лок активный. Бейте лока. Со свято со собак позабирайте. Короче, одну грипну. Ой, в бан попал. Притяжка, сука. Там лока хп вы добьете, нет? 4,5 прямо. Нет, не добьем. Мне что-то кажется, можете добить. Сейчас смотри, там 20 секунд, 3 ляма. Я думаю, добьете. Хуярьте сильнее. Лям. Да, добьем, 7, добьем. 6, 5, 4, 3. Ура. Сейчас остался вон тот петух и уже этот. О, все, Гитлера. А чё там говорят, что-то 11-го ставить надо? Это обязательно ставить 11-го подъебало или нет? Или 10 там же? Сейчас посмотрим, короче. Так, я не знаю, что это хуйня. Мощь чары, это что, превращает в овцу или что, Мелизону? Да, в овцу превращает.
Он овцы. Нету, блядь, это тут все. Если честно, даже МП-5 так и не кинули. Сколько гавков, блядь, палы, поставки МП-5 магом. Ну, все. Так вот, хер забили на вас. Ну-ка, что у нас по рассеиванию, интересно? О, так красавчик. Маги красавчики, молодцы вообще. Это, если кто там без гильдии, собираю гильдию, РТ с 16 до 20 по Москве. Ты наливаешь? Не, не наливаю. Что с тобой вообще был заставлен? Так, а это что будет? Это будет какая-то энергия тьмы, блядь. А, это собаки. Просто уешим, да и все. Так, очковый поддержишь, да? Ну, хильте очкового, короче. Офигеть, друид, который держит агро. А чё, он не должен? У меня в гильдии на таймасу друид, блядь. Ебический танк просто, блядь. Тоже держит агро так, что... Ну, если дамагера не дамажит, чё б не держать? Ну, кстати, это да, с дамагерами тут вообще что-то слабо, блядь. Да, так-то, ну я танчил целкашку, танчил. Тяжеловато держать, да, сильных дамагеров. С наполом нормально. С двумя хотя бы, с рогой, с хантом. И с двумя рогами еще лучше. Так, мобов мы пробегаем, да? Нахуй нам их бить? Я вот думаю, спекать хила пятого или нет. Нахуй нужно. 4 завезут нормально. И хил, по-моему, ушел, не? Да, там друид ушел. Ну, можно милик это брать. Мне кажется, хила бы лучше, конечно. Там все-таки на адском ударе будет дамаг по рейду идти. Я должна прохилить. Так-то можно, да, прохилить. Так, пошли, пробегаем. Чисто танки вперед, там пробегаем, там реснемся. Так, ну у нас масреса нет, у лазевода есть. Масрес, по-моему, по-любому. И еще у кого-то, наверное, есть. У ханта. Рога, я пока опять зайду. Угу. У меня рекам сломался. Кто там рядом ковырец? Голому срез есть. А чё я типа пробежал? Ханта, лес. Сразу умираете там? Ну, кого-то пришел пиздить моб. Умирай. Ой, ебать. Ну не веди сюда, кто сюда тащит? Да хрен, да сейчас придет, давайте уже одного этого убьем, он по очереди ходит, блядь. Я масрез дал на всех, вы можете все встать. Пусть сначала все сдохнут. Блядь, да вон еще двоих притащили. Ну что творят? Если что. Сейчас еще в редика вот он ебнет, сейчас, а потом сейчас. Только нажимаете принять рез. Рез дали кривой, не всех достал. Все, у кого комбат, идите умрите, заебали. А это будет сейчас всех хуярить, вот, уходит. Я говорю, ну... Короче, лок есть у вас? Вставайте. Там есть. Вставайте, сейчас всех засумонят. Так, короче, пока что. Так, руки закрывать. Очковый побегаешь.
Ражник. В ретрика тогда. ДКшник, который танк у тебя есть, ДД? Да, он говорил, что у него был. Тоже шаришь, да, под ебало забегать? Нет, нет. Соборской. Прием. Говорю, что я... Не слышно нихуя, у тебя что-то с микрофоном. Напиши. Есть, ну, давай в ДД тогда. Один на руках будет у вас друид, танк бегать. И третья, четвертая пати, смотрите, все руки с тебя оставшиеся закрываете там. Телепортируйтесь. Дебаф после первого руха кидается? Да. Все, первая, вот. Вторая пати под ебалом стоит. Туда водикона поставил. Вот хилов может, не напрягайте. Не знаю. А все так же, да, осталось? Да. Все тогда. Все, фулбаф, жрите рыбу. Где-то справа, слева бегать, не, руки закрывать. Ты в приоритете вот сзади, где, откуда мы пришли, в приоритете вот, ну, эту точку смотришь. Ну, эту сторону, да? Окей. Да, вот эту. А РДД там, с пула смотрите, РДД в курсе, да, там маги. Вон та дальняя сторона, вот где ромбик поставил, вот там может быть рука. Вот туда, если что, маги блинкуетесь. А когда уже разольется огонь, шарик прилетит в ту печку, разольется там огонь, там уже рук не будет. Вот жрите рыбу. Вот. И вы закрываете вот здесь, где мы сидим на этой хуйне. Вот здесь, на вот этой дощечке. Вот здесь. Ну тут форесты маги, так что они могут откат глыбы сделать. Да, ну имейте в виду, типа, надо закрыть три руки. Ну не проебывайтесь, потому что ну будет глупый вайп. На магах руки. Маги, Локи, Очковый, Хант и Лазиво. Ты можешь определить того, у кого там дамага поменьше, чтобы... Нет, все закрываете. Если видите... Если... Просто кидается дебаф после первого рук, когда вы закрыли, кидается дебаф. Второй раз вы не можете закрыть. Пошутник. Короче. Поэтому надо меняться. Слушай, Войт, по чё? Поводу Хант закрывать, я закрывал, меня шотает. То есть, как бы, ну, ХП мало, и как бы я не выдерживаю. Что мы объяснили? А, руки бьют очень мало, но когда ты закрываешь одну, на тебя кидается дебаф. Вот если ты под этим дебафом забежишь без сейва, то ты сдохнешь. То есть вот я на ШП могу пережить, я могу нажать тучу, мне будет похуй. Но другой класс просто не сможет его пережить. У Майи, например, иммун какой-то, вот те могут перекрывать. Давайте первая, вторая пати сюда подбегаем в крест. Будем начинать. А, и это, что там, петов никаких, так, червей нету у тебя? Ну-ка, какой у тебя спек, ДКшник, подбеги сюда. Где ты там стоишь? Иди сюда, крест. Так петы теперь... Они не работают больше. Два ДД. А черви не работают? Нету, у меня нет, у меня другой билд. А-а-а. Черви работают, но их не надо качать. Все, короче. Они багерные. Еще раз проверка и будем начинать. Можно вопрос, что в мели делать? Первая, вторая пати, вы стоите в кресту под ебалом. Ошеломляющий удар должен нанестись по 10 целям. Если будет меньше 10, то сразу босс будет кастовать адский удар. Адский удар — это урон по танку 40 тысяч, по всему рейду дотка огненная, блядь. Вы делить должны милики. Когда вам скажут, вы уйдете за спину. Когда скажут под ебало, вы уйдете под ебало. Пока вам не сказали уйти за спину, вы стоите под ебалом. Все понятно. Был с пол нажмут, правильно? Да. Пол сюда все идите. Квадрат. О, первая, вторая пати. Подходи сюда, этот Святос тоже подходи. Иди сюда. Ну чаржнись там или что. Главное, в кресте стой. На счет три буду пулять. Раз, два, три. Поехали. Ну, дайте агро танку набрать. Да можете хуярить уже. Что там по Бэлу? Алло. Герой, давайте. Шаман. Ага. Вот видите удар. Сейчас смотрим, сколько стаков словится. 10 стаков, все нормально. Так, сейчас я тебе дам истерику. Там руки, смотрите сами. Да-да, я зачем по двое заходит? Все равно дебаф только один словит. Не знаю. Я словил дебаф. А тут что, урон увеличенный по боссу или что? Да. У вас это дебаф крупность. Вот
там озвучники. Руки, руки, руки. Один человек, заходите, ребят, один. Этот... Хорошенько хильте войд, да? Ну хорошо, я тебя держу. Шаман там эти орехи обновляй, как они называются. Щит земли, блядь. Ке, слева кто-то может перекрыть? Забыл. Зря ботинки проебал. Ну, блядь, дали анонс. Выбежали за спину. Да, чуть не сдох нахуй. За спину все, уйдите первая, вторая пати, кроме танка. Все, возвращаемся. Подъебало, один забегите. 80 там опять. Все ясно, 60. Ясно нахуй, ясно, понятно, блядь, все заебись. Ложимся нахуй. Че, не забежали? Диван дал. Да одного ебануло нахуй. А как его убило? Хуй знает, нахуй. Не знаю, надо по видео смотреть. Покажи урон, РПАЛ свой. А как это сделать? Да никак, забей хуй, просто умираете уже. Ну мне нанесло от 8 тысяч, 3 тысячи, 12 тысяч, 8 тысяч, 4 тысячи. Я хуй знаю. Раскалывание, последнее, что мне убило, раскалывание. 8 тысяч. И этот, не... А, все. Почему-то босс, нахуй, после адского, блядь, накопил сотку опять. И начал кастовать эту хуйню, нахуй. Что убило? Адский. Когда я стал его отворачивать, кто-то хуй забил и... Ну, кто-то стоял, короче, и словил дамаг 40 тысяч от этой хуйни. Сдох. Флуда очень... О, во время пула флуда очень много. Надо, чтобы танк анонсил и всё. Пара человек буквально. Руки там люди сами видят. Все это лишний раз в руки не надо говорить. По двое заходит, он заговорит. Сейчас какая-то параша была. По двое там по хую, хоть 10 встаньте, блядь, дебаф словит только один человек. Вы это понимаете? Все, поэтому не надо беспокоить, сколько там зашло. Хоть 1000 зашло в руку. Один словит человек, дебаф. Короче, какая-то залупа произошла, блядь, я не знаю нахуй. Вставайте. Точечно. Инсика и этот. Вставайте, ресайте. Вон пал еще лежит. Я уже на автомате рыбу уже поел. Ешьте быстрее, отпивайте. Сколько за смерть? За смерть он вроде 20-ку должен раги копить. Схуя ли он сотку взял? Один челик сдох? Или может он больше стал копить за смерть челика? Идите первая, вторая в крест. Инсика готов. СС? Ну, блять. По себе покидайте, если будете руки закрывать там. Очковый. Ну, меньше 30 тысяч КП. Все, давайте на счет 3 будем пулять. Раз, два, три. Поехали. Веру. Я закрою. Смотрите, милики, помимо того, что бьете босса, там ротацию свою, смотрите еще на показатель энергии босса. Если вдруг сотка станет, то это стопудово будет адский. Я буду отворачивать, но вы тоже это отбегайте в сторону.
Блять, дома кто-то что-то готовит, блять, пахнет чем-то вкусным. Это мотивация тебе. Да пиздец. Так, вот сейчас смотри, плюс 40, вот 90. Руки, да? В ромбике, я так mm-hmm. вижу. Mm-hmm. Сейчас попробую порезать. Бэр хвальпала. Жены выбежали. Все, стойте пока там за спиной. Даю бэр. Инсика прохиливай его, да, хорошенько. Сейчас сначала адский. Вот перемешание зачем подбежал? Теперь подъебало, подбегайте и плюс один вместо перемешания кто-то. Сотка опять адский. Иннер залил сейчас. А нет. А схуяли? Схуяли так. А чего сотка накопилась, кто знает нахуй? Он так говорил, что 11 должен быть человек, хоть знает. Вы на визе придите, лестните. А, да, там не было нахуй, не подбежал никто. Все ясно тогда. Угу. Ясно, понятно. Я говорю, может, милика еще доберем? Да какой милик? Ну, пельмешань подбежал просто на адский удар. 40 тысяч урона. А, да, пельмешань? Вот, смотри, детали смерти. Адский удар. Ну, кстати, физикой бьет. Раньше огнем, мне казалось, бьет. Физика пишет. 6 тысяч, 7 тысяч дотка. Вставай, пельмешань, есть вставалка? Вставай и резай. Вы выбежали, ну, когда сотка. Он адский удар, этот мощный дает в меня в одного, я под незыбкой, он не убивает. Потом он кастует адский. Под адский не надо подбегать. Потому что он 40 тысяч дает урона. И на рейд вешает эту хуйню. Потом уже, когда он, это... прокастовала адский в танка, вы подбегаете обратно. Крест. Чел на присте, у тебя есть заклинание, воскрешение называется. Берешь таргет игрока и нажимаешь на кнопку. Охуенная идея, спасибо, только я отходил, держу в курсе, блять. Понял. Ресницы масс рез не достал. Да я могу на любых персах свободных собирать. Кто под боссом лежит, можете встать. Да. Он скорее самонит. Главное лока. Можно шкаф поставить. А, главное лока реснить, да, и сумонить. Все, покидайте тела, сейчас присумоним. Там резнуть не получится или покидай, ну, давайте. Покидай тело сейчас минуту. Да, момент. Откидыш остался. Я уже суманули. Спасибо. Ешьте рыбу. Фул баф.
Можно каску попросту, пожалуйста? Спасибо. ДКшник. Подбегай сюда в крест. Все, все готовы? На счет три буду пулять. Раз, два, три. Вот и смотри за руками, а не американ. Закрывайте руки, вот сейчас под боссом не закрыл руку никто. Под боссом пару РДД стойте кто-то. Лок там. Ай, блядь. Блять, что-то хуярит меня, я хуею. Сейчас так и попасть. Как не закрыли? Кого, блять? Там под боссом. Еще на руках никого нету. Уходите за спину. Выкидываем. Стоим, не забегаем, стоим. Руки дальние закройте. Что, теперь забегайте под ебало? Босс. Сейчас танка нету у вас. После этого ошеломляющего идешь резать танка Вадикон. Иди резай Вадикон очкового. И быстрее сюда. Резнул? Быстрее, сейчас ошеломляющий будет. Быстрее, быстрее. Вот раги вот. А, это он за этих, за убитых. Блин, кто опять не закрывается? Уходите за спину. За спину, за спину. Сейф надо танку войду. Ну, сейчас адский кастанет. После этого будет адский сразу. Все, подъебал. Руки. Слева руки около босса. Слева руки прист. Вам похуй, да? Не будете закрывать, я смотрю. Кто живые, остались, закрывайте руки. Пизда нах, я хуею, блядь. Первый раз так вижу, как людям похуй на руки, блядь. Сложно руки закрыть? Сидят, кастуют прямо рядом, блядь. У тебя дебафные руки. Просто охуеть. Ну вот, сейчас опять руки стоят. Вот. Готелок. Что это было? Пуль. После этого за спину идите. За спину. Возвращайтесь. 80 тоже. Я не знаю, зачем он так копит. Дохуя. Ну что, он адским ударом кого-то убивает? Еще теперь... раз руки дай мне. Так этот, а танки там стоят? Нет, потому что место жило. Нет, танков нету. Танк сдохший. Его резали, опять сдох. Короче, я так понял, мы его не добьем, нахуй. Может, тогда этот диван дать? Ну я не знаю, попробуйте пока побить, не знаю. Кто на танков этот набирает врагу? За спину отходите. Руки.
Обратно, под лицо. Ну, они подохнут, блять, я не знаю, нахуй. Ну, там хилам только вариант остается бегать. Потому что тут под ебалом 10 человек. Все должны бегать. Тылы в том числе тоже. Шаг пройти, вот в Упсине вот этот вот приз вообще как стоит на месте, сначала боя так и стоит. Ну вот опять руки стоят, никто. Все, ложитесь. Да хули никто, нахуй. Если там первые не закрыли, 5 человек сдохло, нахуй. Ясно, нахуй. Понятно, ебать. Все понятно, понял, блядь. Есть там кого тело какое-то добрать? Никто, наверное, не захочет, когда я причислен на Грола. Ну, так-то да. Так, очковые закрывают, надо бы, блядь. Я могу одного спросить? Но он слабенький, Эршам. Или проблема да, сбегнет? Да, похую вообще, ну. Я спрошу еще секунду, другой дискорд зайду. Надо кого-то выкинуть, нахуй. Кого-то под босса ебануть, блядь. Там все шарящие, нахуй, хуй кого поставишь под босса. Они сдохнут еще. Пет не учитывается, да, хантовский? Полфин пишет, давайте я под боссом ловить буду. Бенфика может закрывать под боссом руки? Да это похуй, где вы что можете. Я хочу, блядь, еще танка вам поставить. Он АФК стоит. Нету его. Я в гильде спрошу. Вот, блядь, вот вам нахуй и метки поставишь, нахуй. Вот, говорю, в ромбике будут руки, нахуй. Под боссом будут руки. Вам похую всем, нахуй. Маги, нахуй, три мага. Диспелили, заебись, пришли руки закрывать, не закрываете, нихуя. Тут хуй. Ну, я, например, раз закрыл, второй раз закрыл, на третий раз я туда прыгнул, потому что уже никого не было. У меня дебаф, это от меня ёбнуло руками. Вот из-за того, что тебя ёбнуло еще 5 человек, потому что а все. Потому что никто, ну, никто не короче, шел, блядь, я думал, секунду и все. Понятно, блядь. Понятно, нахуй. И еще раз, ну, довожу до сведения, блядь. Хант, ты закрываешь руку, ловишь дебаф и ждешь, пока дебаф спадет. Потом дальше закрываешь. Локи, вас сколько? Пятеро. Вы все закрываете руки, блядь. Также словили дебаф, да, челите. Дай шпоку, пожалуйста. Шпоку. Это ты челика спрашиваешь, какого-то там шамана? Если вы, блядь, не поймете такую хуйню, что тут надо закрыть руки, три штуки, и человек не должен сдохнуть в руке, блядь. Я Эрпала 251 взял. Угу. О, тогда можно роги не бегать? Давай, сейчас. Бегать. Сейчас ага, мы кого-то... Сова. Так... Сова бегает. Не бегает. Или что там? Я не знаю. Сова пойдет руки закрывать. Да, так будет лучше. Да, давай. Я тебя в одекод кинул к хилам этого паладина. Шаман просто АФК где-то стоит, я в гильдии пала взял. Ага. Так, пал, тут сейчас я ПМ спрошу. Под ебалом стоять, шаришь. Инсика, ты тут? Я с ума нет. Все, все тут, фулл баф. Еще раз, блядь, объясняю. Смотрите, вот где стоит босс, вон ромбик с правой стороны от босса, там могут быть руки. Под боссом, под ногами босса могут быть руки. Везде, в центре, вот здесь, блядь, где квадрат, здесь, блядь, возле решетки. Пиздец. Охуеть. Нахуйне ну, падаем просто и все. Нахуйне, блядь, позор ебаный. Это хуже даже, чем, блядь, на трэше в ЦЛК вайпался. Вчера вайпался, блядь. Бичи, блядь, спулили две пачки, нахуй. Ну, включите свой мозг. Вам охота здесь сидеть дохуя времени или что, блядь? Закройте ебаные руки, блядь. Смотрите свой дебаф, блядь. Если у вас дебаф, стойте, чилите, блядь. Третья и четвертая пати должны закрывать руки. И Вадикон в пятой, блядь, вам 11 человек помогает. Руки, суки, их три, нахуй. Ебать, зубодерка тут? В Дисе? Наверное, в Дис заходит. Написал, да, в Дисе. Все. Еще раз тогда проверка принимаем и будем, блядь. Вставайте в крест, первая, вторая пати, подбегайте сюда.
Если несколько тел становится в руки, то получает дебаф только один, блядь. Что еще? Какие вопросы будут? Зубодерка, беги сюда в крест. Ты где там? Святос. Вы как-то распределитесь, я не знаю, может быть. Вот давайте я буду закрывать приоритетно справа, в рамбе. Вы там, не знаю, кто-то поближе к звезде встанете, кто-то в центре. Просто да по группам и распашитесь. В рамбе руки два раза появятся после пула. Дальше там огонь будет. Все. Просто это... локи пусть круги на внешнем радиусе поставят, и все, и дальше бежите по маленькому радиусу, смотрите. Все, охуенно. Главное, с дебафов вам не забегайте, кроме танка. Да, танк похуй, он с дебафом забегает по КД. Он одну руку точно закрывает. Две руки на вас на 11 людях, на 10. Все, на счет 3 пуляем. Раз, два, три, поехали. Геру. Так, я с дебафом. Угу. Сейчас он уже до печки. Первый, вот второй дал. Руки, руки, сзади. Сзади двое. Инсика сдох. Как нахуй? В огне он уже. Сгорел на работе. Берить? Выбежали, выбежали, выбежали. Отскепят. Плюс один подъебало. Подбегите кто-то. Стою. И выбегаем обратно. Выбежали, выбежали, выбежали. Это залупа ебаная нахуй подкинул. Блять. Хуй выбежишь с этой хуйни. А это Инсика умер и Грагуна поймал он больше. Да? В чем проблема, блять, я понять не могу. Это, наверное, называется фрейм поломали нахуй. Говорят, сегодня хуй убили груля, блядь. Нисика, как сдох, блядь, вообще? До печки заработали, он сгорел просто в ромбе. А, понятно, красава. Зачем? Он позицию хуёвую занял. Не стойте там, блядь, там на полкомнаты кидается огонь, блядь. Куда печка прилетает, шар. Стой возле да, босса. Там руку закрыли, оттуда сразу валить надо. Пиздец, охуеть. Лока резните, шкаф поставь. Стой возле босса, регень манул, блядь. Натуре холипал, стань лучше под босса, закрывай руки под боссом и стой автоатач, блядь, с молотка своего. Плюс там может где-то страханяж забежать под морду, если попросит. Ты сейчас с кем разговариваете? Со вторым. Инсика. Я просто не знаю, кто это. Вот кто в огне сгорел? Инсика же, да? Угу. Покидайте тело, мы вас реснем. Мы вас присумоним. Покидайте тело быстрее, заходите в инст. Тут два шкафа стоят, уже работают вовсю. Тык на сумму. Ебать, у него у пацана макрос. Охуенный нарез. Принимайте там Амрита и ДСшник.
Суман. Почему вот я в лидейский рейд иду, там такой хуеты нету, с первого пола убивается все? Потому что гильдейский рейд. Ты сам на это ответил. Ты сумонишь или нет? Да, много раз уже сумонил. Че, не пришло сумон тебе? Нет, сейчас ревод сделаю. Призыв, значит, ждите ответа, пишет. На другое, освоение, освоение после идет. Этих да. Рук, после этих рук на вас вешается дебаф, который дает вам дамаги больше, я так понимаю. Потому что да, да, да. А еще пиво, блядь, появляется в холодильнике, нахуй, я тоже слышал. Заебал. Ну чё ты, блядь, все сбил, блядь, ну хорош ты, нахуй. Ну ничего там не появляется, блядь, сейчас заманишь да, ну, людей. Блядь. Я думал, так ну а как их еще на эти руки заманивать? Сука. Ты пиздец, сбил всю мать, я думал, сейчас все рванут, нахуй, на руки, блядь. Ой, блядь, дебаф, за пиво в натуре. В руках пиво, ебать, стоит. Хорош, нахуй. Ты спрашиваешь, что не был, тут все молчат. Значит, не надо ничего рассказывать. Тебе пришел сумон там, нет, Амрита? Нет, я сделала релорд, никакого сумона нет. Ну давай, вот сейчас. Пришел. Ну вот, этот волшебный сумон. Так, рыбу жрите, пока не исчезла. Ну, короче, это победный трай, блядь. По крайней мере, у меня 20 минут осталось, я уйду потом. Целка Геру траить надо. Он спрашивает, с магией как раз по времени, что там? Да хуя еще время. Час целый, нахуй. Святос, Святос, Рарник и Инсика, вы тут? Инсика. Понимаете? Вот все готовы. На счет три буду пулять. Раз, нет, два, у нас люди три. Даже флажки не видят. Ёбаный рот. Ну, значит, в следующий раз... Итак, в следующий раз будут без ролла. Миру? Сейчас-то я не писал да, ничего. Следующий, а этот нужно, блядь, на будущее вот так вот брать, блядь. Да, кикнуть, наверное, с рейда просто, да. До разролла, нахуй. Да, так что фласки выпиваем. Ну, поможет это закрыть вам руки или нет, я хуй знаю. Ну, ты же видишь, я пробежал, алтец, дружище. Зачем бежать еще? На автомате, блядь. Ну, так, да, все, тихо. Смотрите внимательно на руки, а то, может, люди отвлекаются. Сбивает. У кого дебафами. Выбежали. Выбежали. Так, сейчас адский пройдет. Все, подъебало, забегаем. 80. Откуда, да, вот эта хуйня у него? Может нельзя одному ловить этот ошеломляющий, нахуй, наверное, из-за этого. Да, нельзя ошеломляющий, вы должны всегда делить. Как они там за секунду хуй успеют выбежать, нахуй? Ну, должны успевать. Понятно. Он, короче, типа, раньше он не приплюсовывал, типа, до сотки, когда немножко оставалось. Сейчас стал приплюсовывать, что ли, на новую. Бегами. Готовимся выбегать. После этой хуни сразу убегаем. Убежали.
Возвращаемся. Ну, вот, да не, один хуй, откуда 60 вот эти. Чё за хуйня? Понятно нахуй. Просто может он так работать стал, я не знаю. Не расслабляемся, играем. Руки, руки, руки. Чего он не ловит печку, ебаный руки, пидор? Руки, 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 убегайте, руки. За, убегайте за спину. Подъебало, подъебало, быстрее, быстрее, быстрее кастует. Сколько дебить нахуй? И убегайте, убегайте. Теперь опять подъебало. 9 нахуй, кто-то не успел добежать. А где он нахуй? Блять. Все, вот сюда в крест. Сука. 19. Руки, 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 руки. На нахуй. Залупа ебаная нахуй. На нахуй. Боёб, сука. Ебаный босс нахуй. На, блядь. У одного танка стоишь, Танч, или чё? Да. Бля, пиздец, в этом и проблема. Давай я спекнусь, короче, в 2 закрою. А чё, в 2? Из-за этого и падаем. Да, потому что там, короче, на вот этом сплэше надо в 2 танка стоять. На адском? Или на адском? Да, еще? Да, да, да. В 2 танка стоять. Я просто не в курсе, обновление какое-то было, блядь, до этого всего одного. Да, я в Каражане, короче, флоум проторчал, блядь, 9 часов почти. Это пиздец вообще. Ну давай, давай, в танка тогда. Тогда не будешь убегать просто вместе со мной стоять. Стоишь МТ-ш просто и все. Резни у того, у кого есть это масс-рез. Я помню, что, я помню, что эту хуйню делили на X2. Еще. Там, нет, да. Тут эта хуйня так не работает. А кто знает, давно эту хуйню сделали, блядь? На той неделе вроде был ГМХМ, блядь. Один танк, все как обычно. Что-то по Сереже неделю с двумя танками закрывали точно. Пиздец, я хуею нахуй. Ресните кто-то. Снули все, кому могли. Арес. Ну давай посмотрим, как сейчас будет. Ну сейчас ёбнем. Руки закрывают, это самое главное. Сейчас вот с этой хуйней разобраться. Хант остался. Тыкните. Все, все тут. Починитесь там. Сломался. Да, хоть один плюс. Руки начали закрывать. Летняя рыба. Ну последнее, это значит убиваем. Так, значит, мы с тобой делим эту хуйню, давай посмотрим, что будет. 12 первый... человек, блядь, без хвастов, блядь. Инсика, ДЦ и Ко-Хин. Ко-Тин, Ко-Фин. Все готовы, на счет 3 пуля. Подбегайте. Лапу дайте, лапу, 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 лапу. Все, на счет 3, раз, два, три. Закинь там истерию этот соборский по из истории. Я по свято сюда.
Справа, 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 Ром. Ром, закройте. О, видишь, у него ряга еще, типа. Резко сейчас крикнул. Там резнуть можете водикона? Очковый водикона резай. У нас три раги. А водикон лока резнешь. Ну и все. Руки, 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 закройте. Че, 8 тел за спину можете идти. Вот печка. Вот мы стоим. Сейчас посмотрим, сколько раги прибавится. Вот ошеломляющий. Вот адский. Вот возвращайтесь под ебало. Окей. Вот двадцатка тут. Только руки уже хуй забили. Закрывайте руки нахуй, ебаный рот нахуй. Одно на тело только сдохшее. Ебать. Если сейчас руки не закройте, упадут все нахуй. Руки. Руки не закрыли. А я закрыли. Сейчас 40 прибавится. Будет 68. Вот, прибавилось. Руки. Что за спину? Пока печку не словил. Ждите пока что, стойте. Вот печка. Я сейчас Т4 подкаст дам. Да, не зыбку. Давай сейчас. О, все. Ушла. Руки. Уходите за спину, уходите. Теперь возвращайтесь. Сотка, убегайте сразу, убегайте. Не, нихуя. Он оттолкнул. Да, я видел. Уж не надо было забегать. Говно ебаное, нахуй. Не, ну сейчас хоть понятно, что надо два танка. Да хули толку, одна и та же хуйня. Сотку копит, убивает. Адским, блять, весь рейд. Одна и та же параша, блять. А может просто на 94-х они типа за спину выходят, пока он до нуля не скинет там, типа. А мы с тобой вдвоем типа ловим эту хуйню. Так можно сделать, не? Что, ловить этот ошеломляющий, что ли? Ну да. Он же их шотает, по идее, или нет? Адский их шотает. Просто там на 94-х пусть выходят, чтобы они добежать успели. Пусть лучше за спиной добивает, типа, вот эти проценты раги. Вот.
Тайных ты волков не вызывал, нет? Может, тотемы считают, хуй знает. Нет, не должно вроде. Кстати, а эти исчадия приставов считаются, нет? Да, ну говорят, раньше считали, сейчас не знаю. Лок и ДЦ. Пришел свободно. ДКшник, подбегай сюда. Эти отчет только, ребят. Да, я всегда же говорю. Угу. ДК, ты тут? Соборский. Так, давайте. Все готовы? На счет три. Раз, два, три. Что-то опять там чуть не сдохли, да? Мага чуть не разъебала. Руки. Пусть выходить начинает уже. Да какой выходить, блядь? Ты чё? Да ладно. Руки. Сейчас он печку словит. После этого удара. Вот выходите. Сейчас печка через секунду. После этого адский будет. Вот адский. Теперь возвращайтесь. Сотка, да? Откуда? Выбежит, выбежит, выбежит. Сейф. Подъебало. 12, нормально. Сотка. Адский, откуда, да? Откуда, нахуй? Адский. Откуда он ее кастует? Может. Я хуеваю, блядь. Не, там где-то кто-то умирает. А он, бля, он подряд три каста дал. Да ладно, нахуй, реально? Да. Бать, да три ну нахуй. Подряд три, сейчас. Сейчас. А я-то потом думал, два слушаль, короче, и вот еще. Вот. Это второй подряд. Это все охуенно. Так. А почему, нахуй, он так дал, блядь? Кто знает, нахуй. Не знаю. Ну, вот это. Да это после одного вот этой ебаной, короче, это пиздец, опять тут все полетело. Говно ебаное, блядь, бесит пиздец, нахуй. Не, мы же нормально били. Нахуй он, блядь. Он подряд дал 4, блядь. Подряд. Я ебу, нахуй, просто, блядь. Дауны, да, ебаные. Насируйся, сука. Нахуй они такие обновы делают? Хуй пойми, как убивать, блядь. Мы ж сейчас в одного танка 40% же сняли, нормально же. Там только руки не закрывались. Ого. Охуеть. Диван ебанись, есть по кому, нету по кому, да?
А под боссом там он здесь. Умирай. Пиздец, я хуею просто, бля. Давай 2 минутки перекура тогда сделаем. Да хули перекур, сейчас один трай расходимся, нахуй. Ну да, мне тоже, наверное, уже скоро пора. Последний трай. Есть минут 10. Да, последний трай даем и все. Нет, так нет. Нажмите еще кто-нибудь на шкаф. Может, какая-то обнова была, они не публиковали. Может, где-то там на форуме, блядь, есть. Сам выходишь, типа, или ты просто другой рейд какой-то? Я ухожу. Сумоньте, покидайте тело, там вас присумонят быстрее, чем резать будут. Сейчас помогу присумонить. Пишите в чат, кого сумонить. Ну там рарник. Первую пати сумонить. Еще драй даем? Нет, так нет. Надо будет с гильдии сходить, потравить, посмотреть, что за хуйня, блядь. Ну, прошлый раз вообще это без проблем. Может, это шипешная вот эта параша считается за моба. Может, он за нее рагу дает дополнительную рагу? Не может такого быть. Ну, там 2 моба, блядь. А считаются они мобами. У тебя нет шипов, а не один спать. А ты не бил ГМХ? С этим, с новыми вот этими. У нас демон, может, демон вот этот? Я хуй знает. Шпок, ты демон? Они под босса не летят, у меня нету бонуса 4. Они в любом месте, если умирают, даже не под боссом. В любой точке. Ну, про попробуй вот эту. Спекнуться. Попробуй спекнуться. Которые Т4 у тебя, это, да, 4, сокрушение, 4, 4. Нахуй, или что там, выдает, это параша летит, духи какие-то летят. Они откуда, от тебя летят? Я вот не знаю, может, он их убивает как-то, блядь. Хуй знает. Попробуй, короче. Давай, спекнись другой. Я не это вообще. Кто, лазевод спекнется? Или шпок? Или оба сразу? Нет, у меня нету Т4, у меня одна шмотка Т4. У меня не выскакивают они. А, понятно. Как про лога говорили, демона. Про демона. Да я знаю, что про демона. Я говорю, может, у ШП, блядь, убивает этих мобов. Да не должно, блядь, ничего убивать. У меня нет 4 кусков, у меня 2 куска. Мне ничего не вылетает. А, все понятно. Я про другого вот. Дели. А у него он еще? Он афлик. У него ничего не вылетает. Он спекнулся, может. Ну, у кого-то вылетают там. Сейчас прикинь, блядь, не будет рагу копить, нахуй. Чудо, нахуй. Ну, шпок в демоне. Так я говорю, шпока шмота нету. А, все, все равно. Шпока нет шмота, все, пошли. Ебать, как это задрачивает, эта хуйня, нахуй. Пока раздуплишься с этой хуйней. Принимайте готовность. Деликан. Готов? И инсика. Милик. Кто там, у кого микрофон, блять? Это. На счет 3 пуляю. 1, 2. Это свет. Да. Просто может быть, что адский вешается на этих мобов, нахуй, убивает их, потому что их хоть кто хилит, ну вот этих, которые демонские, и после этого он копит ебаную рагу, нахуй, свою обоссанную, блядь. Вот что может быть. Сейчас, короче, если раги не будет, значит, это ебучий демон виноват, нахуй.
Ну, демон не виноват, я считаю. Ну, демон не виноват, да. Долбоёбы на Сирусе, по-любому. Икстемп ебаный уёбок. Получилось, как, блядь, ну, ему что, теперь не играть демоном, блядь, из-за того? Не-не, я согласен, да, потому что понаделали, я им писал, нахуй, нахуй делайте кучу мобов вот этих ебаных. Призывы, блядь. Они сильно отвлекают, пиздец как. Тот демон без Т4, так что не беспокойся, деликант. Сейчас посмотрим на после первой этой хуйни. Ну Т4 нету. А, по-любому это демон ебаный. Я помню, была такая хуйня. Еще вот камера, обзор так стоять, блядь, плюс возле стенки хуёво. Это тоже пиздец. Элементаль пета. Жаль, выбежали. Пета, шамана. Не, идите за спину. Выбежали. Так, сейчас будет ошеломляющий у нас двоих, и после него сразу адский. Адский. Так, смотрим, сколько раги. Ноль, нахуй. Ноль. Возвращаемся. Свернулись. Охуеть, нахуй. Это что, из-за демона? Да. Ну сейчас дальше посмотрим. Так, ну не отвлекаемся никуда. Да, все то же самое. Руки. Только не проебитесь там. Маги, Локи у вас есть, Хант это с отпрыжкой. Нет. Парни, мы сейчас убиваем, если руки закрываются и все обратно. Да. Легчайший трай. Че пиздец. Еби. Прям, блядь, бесит, что так босс работает. Хуй знает. Уже бы давно убили и ушли, блядь. Но. Сережа ебаный, один баг закрывают, два новых появляется, ебанород. Рукожопа, потому что, блядь. Я не могу сначала на тесте каком-то делать, заливать обнову, то есть, руки. А потом уже на лайв закидывать. Это что, экстемп, что ли, в рейде, блядь? Про простой путь, ёпта. Ты так говоришь, как будто ты экстемп. Кто? Ну ты говоришь обнову тести, что-то там. Ну, вообще правильно, надо сначала заливать на ПТР-ку. Амрита сейчас под этот удар, дай массакру. Заливать правильно. Тестить там, а потом уже, блядь, заливать на лайф. Им похуй. Так, 97. Ну один удар будет сейчас. И сразу за спину. Вот сейчас смотри, 98. Удар кастует. Ой, кастует, тварь. И после этой хуйни сразу за спину идете. 99, за спину. За спину. Стоим, чилим. Все, подъебало. Ебать, да ну нахуй. Деликан, ну ты понял, да? Братан. 2 минуты ровно тайминг по нему идет. Ну, типа интервал между этой хуйней. Все, смотрите руки. Не выпнитесь на руках только, блядь, пиздец будет. Ай, бля, охуеть просто. Блять, на следующем КД интересно, можно будет с демоном убивать? Мне кажется, да. Нет. Да никогда с демоном давно не убивают. Этот стоп не агронабор. С этот ДК стоп не агронабор. Тут то сейчас будешь танчить, МТшить. Экзекутка уже пошла. Чудеса нахуй. Теперь не проявляйтесь с этими с руками. Главное, блять, пока мы до этого догадались, сколько мы вайпнулись, блять. 4 или 5. Охуеть. Да хуй знает, нормально, как сказать, на нормальном сервере об этом и не подумаешь, блять. Да. Там с печки. Сейчас будет вот она. Пока стоим. Сейчас будет 94. Сейчас 40 прибавится. 94. 105. Пока стоим. Еще один точно стоим. 104 отдам просто подкаст, короче. Сейчас один стоим и на следующий уже этот. Сейчас не надо ничего давать. Этот стоим и после этого убегаем.
Потом он либо будет, либо не будет. Сейчас вот 98. Убегайте. Руки, 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 руки. Ребята, у меня дебаф. Да ну чё, ошеломляющий. Короче, даю незыбку. Адский сразу. Все, теперь подъебало. Ноль раги копится, да? Без демона, блядь. Охуеть. Ай да, рарник. Ты спалил, да, что этот демон в демоне? Да, да. Руки, 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 руки. Не, я сперва одного смотрю демона, что-то у него нет Т4. Блин, откуда демоны появляются? Потом смотрю, второй демон, оказывается, есть. Да, блять, охуеть. Я уж думал, все нахуй. Как бичи нахуй разойдемся, блять. Вайпаться. Сколько? Полчаса мы на нем вайпались. Ну, блять. За полчаса резку можно было закрыть. За одного демона и его маленьких демонов. А короче, теперь небольшой анонс. Я фростмагом перекрыл все руки, и похуй, что на мне был дебаф. Главное щит накидывать. Все, в следующий раз надо это заснять на видео, короче, и показать тем, кто говорит, что с дебафом нельзя закрывать. Ну да ладно, давайте разрулим эту парашу. Разойдемся, блядь. Анролл сделай сперва. Так, ну, анролл, конечно же, печенька. Это стопудово первая, которая. Там 25 минут. Анролл. Вот. Саш, давай с тобой паролем, пожалуйста. Да, да, я вас сейчас отпущу, печеньки, пароли. Да, да, да. Если сразу, да, печеньки, я побегу на рту. Печеньки и люди пойдут, кому не надо шмот. Я тоже, кстати, рольну нахуй, хули. Попытать счастье. Так, помогайте, там 86, да? Да, больше... 86, чудо. Чудо, так, давай я тебе с босса закину эту хуйню. А вы на чарку пиздели. Вот он, блядь. Вторая печенька. Ой, блядь. Сука, три. Так, давай я кину тоже. Вдруг выиграю. Выиграл. Я выиграл, что ли? Да. О, да ну нахуй. Две печеньки сразу, найс. Все, печеньки кончились. Теперь пошли с этого босса, потом с тех боссов разролю. Всем спасибо, удачи. Спасибо всем за терпение. Ребята, молодцы. Так, шпок. Сегодня никуда не поведешь, да, больше? Все, сегодня, да. Сори, Хант, я, блядь, без печенек хожу. Знаешь, сколько этот инс выпущен, я без печенек? То смотри, на мне 45. Я уже в Геру танчить хожу, блядь. Так, шея, критхаст. 57 вижу у зубодерки. Ты ретрик, ничего не знаю, зачем ты ролишь. Его ты добрали же. Тут паладин? Ну, ты ретрик. Слышишь, зубодерка, ты тут? Пиши что-то в чат. Он писал то, что... Мисклик что? Написал. Мисклик, все понял. Напиши в рейд-чат. А, все, да, вижу. Он написал, мисклик. Вижу, вижу, я просто прокрутил. Кто следующий после него? 43... Лоб. Вон лог. Кутилок, да? Я с босса отдаю. Сейчас я тебе так закину. Четвертая пати. Кутилок. Щит на танка. Ну, мейнспек у нас... Только... Не надо. Рарнику не надо, рольте на офф. Сейчас разролю эту хуйню посох. Там светлячок, еще что-то. Зубодерка. На офф спек ролим. Так, HTTP сплэш. Первая пати отдаю. Так, теперь обмен ромбику давайте. С магика пошел шмот. Перчи. Святос. Но стресс. Не Святос. Там но стресс. Тебе точно надо это на стресс? Берешь, да? Так, светлячок, хилы. Или что это? Сверчок? Вроде как. Да, 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 это хиловская тринка. Ману говорят, резвый, только хуй знает кому. Инсика, Вюпсинь.
Юпсень забираешь, да? Вообще, да, да, если типа инсика, по идее, да, вроде выкинул 77 инсика. А, инсика. Паладин инсика. Точно, я перепутал. Слышишь, Вюпсень, ты в гильдию не хочешь? Да, вот в принципе, только... можно. Возьмите его в гильдию. Мы сегодня только собрались. Ну, там будет добор на четверг. Короче, с 16.00 до 20.00 РТ. Угу. Если устраивает. В четверг будет целка. Да, вполне. Ага. Эй, ёбаный рот, блядь. Блядь. Какой кутилок? Ну, ребята, блядь. Кутилок. Спасибо большое. Сука. Пожалуйста. Так, обмен, кутилок. Да похрен, блядь, нахрен. Я уже который раз за этим посохом хожу. Плащ. Ни за, ниоткуда не падает. За, блядь, надо, пошел. Записывай. А, этот, кикни его нахуй. Он заебал. Говна пожрал, походу. Пиздец. Ну, блядь, ограничений не было, хули. Так что. Бля, ну три шмотки, блядь, тоже как-то, блядь. А то забанят меня, блядь, больше не буду рейды водить, блядь. Скажет, этот пидор меня нагрел на шмот. Вот эта хуйня надо кому-то? Хант или Энх? Хант ушел, Энхов нету. Значит, распыл, я распылю. И вот эта хуйня на ДД. Так, Сабурский. Я не помню, ты у меня как ДД шел или как танк? Писал что-то, нет? Да, добирали тебя. Сабурский. Вообще в танке. Ну, тогда, значит, на стрессу. Правильно? Он же ДД. Так что ему запы. Блять, пиздец, три шмотки. Ни, блядь, фласок не хавал, ни, блядь, дамага. Хуя, ладно, ребят, давайте, всем удачи. Да, давай. Так, ну это вопрос на засыпку. Пацаны, кто с гильдии? Как вы думаете? Печеньки, вот я, допустим, одну выиграл, да? Одну разролим? Давайте заберете тот, у кого будет два. Т4-2, что или 4-Т4-2, чтобы честно было. У меня, короче, 0 апнутых печенек. У кого сколько печенек апнутых? Напишите, у кого 0 апнутых, как у меня. Есть у меня такие? Одна есть. У меня тоже 0. Даже шпок, шпок, ты не... Из Т4 0 апнутых. Не еби мозги, апнул себе 2 куска, просто все со следующего ряда что-нибудь возьмешь. Да, это больше прочего будет. Я вообще, ну, я за, типа, такую хуйню. Вы не против самое главное? Ну, вот, все, бери, апай делай. Себе сразу, да и все. Все, ладно, тогда апну. Там еще на следующем КД сходим. Кому-нибудь это, тоже... Ссылка 25, ходите? 25 вот в четверг у нас будет рейд. На этом КД не получилось, там несколько... А во сколько? С 4? Да, с 4. 12 на 12 или 10 из 12? Сколько закрывать? Ну, мы совместно с двумя гильдиями ходили, 6 КД, закрывали все, РС-ку и целка на фол. Вот. Ну, ага. я думаю, люди тут половина тех же будет, и часть какая-то новых придет, вон там с этим, с Очковым, какой-то статик еще 10 человек придет. Я думаю, закроем на фул. Если типа за первый день за 3 часа не убьем, то на второй день добьем стопудово. Ну, с допримасом типа стопудово, да, тоже. Да, а там уже будем стремиться быстрее проносить, чтобы за 2,5 часа, ну, то есть быстрее проходить рейд. Как гильда ваша называется? Слезы Алгалона, вот. Слезы Алгалона. Да я ходил с вами одно время и на коте, и на этом вы с актуал играете, правильно? С актуала же? С Ноксермаса здесь. Да, да. Ну, да, потом. Ну, я ходил с вами. Все, типа. Так. Ну все, что, спасибо, до четверга тогда, это ДК Суборская, короче. А, ты тоже пойдешь с нами, да? Да, мне просто, короче, Синдра лично нужна, типа, и это, и все. Ага. С нами там фу.